Барабанщики сражаются до конца. Военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18. Здравствуйте. Дядя, а в какой стране отсюда Одесса? Моряк. В Лаперузе. Дядя капитана Гранта. Садись. Здесь. Вот. Вон там. Твоя Одесса. Раз что мы сегодня проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он уезжает в Чернигов к своей больной бабушке. А потом я тебя тем временем отправлю прямо в Одессу. Постой, постой. А ты где это бегал? Чего у тебя лоб мокрый? А? Домой спешил. Боялся как бы не опоздать к обеду. Лаперуза. Сегодня старик Яков нас угощает. Ну как, тряхнешь бумажником, старина, а? Добряк, добряк. Ну, а что, ты пока посиди. А мы со стариком Яковом пойдем в комнату, ему надо переодеться, привести себя в порядок перед отъездом. Ну, пойдем, старик, пойдем. Ты где она? Где? Сергей! Где старуха? Она там, на заднем дворе. Голубей кормит. Слышите, зовет Гули-Гули. Я ей покажу! Только тихо! Только ласково. Гули-Гули. Гули-Гули-Гули-Гули. 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 Где она? Гули! Ну, я тебя... Удушу! Тихо, спокойно, ласково, 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 ласково. Добрый день, какая прекрасная погода. Голубь. Голубой. Птица, дар божий. Послушайте, мамаша, вы нам сегодня в комнату приносили разные цветочки, василёчки, лютики. Да, для своих друзей, для хороших людей. Ну! Ой, что это на меня так смотрит? Дай добрам, дура, старый метод. Ласково. А дайте нам то, что вы у нас взяли. Ну зачем вам оно? Ну? Вы же женщина благоразумная. Ну, тихо, Яков. Ваши годы преклонные. Ну что, вы солдат, что ли? Ласково. Ну, смотрите, я прошу вас, я встал перед вами на колено. Упал на колени. Мама, в чем дело? Ты понимаешь, ваша нее... мамаша взяла у нас одну вещь. Она ей совершенно не нужна. Мы ее умоляем вернуть, она упрямится. А мы ее добро бросим, добро. Мама, ну, верните. Мамочка. Ну, зачем вы это взяли? Ну, на память. На добрую, на добрую память. На память? Вон там, спокойно. У нее в кармане. Осторожно, вперед. Осторожно. Тихо, спокойно. Господа, товарищи, спокойно, спокойно. Отец! Это что? Подавите! Это моя подвязка. Он я ее в Гомеле покупал. Ну, выкладывай, что там у тебя, только осторожно. Отдавай это, что нам нужно. Хочешь, главное отдай. Отдай главное, рухля старая. Нету, ничего больше нету. Ах, нету, а вот мы сейчас проверим. Нету. Она меня ударит.